Так, всем привет. Сегодня у нас 4 мая 2016 года. Ну вот, рассада на закалке. Тут еще не вся, тут процентов 70. Перцы, томаты, капуста разных сортов, табак, махорка, лафант анисовый, бархатцы, цинии, картошка, табак, кукуруза, арбузы, дыни, огурцы у меня дома еще. Сейчас делаю прививку. Прививаю. Табачок он большой уже какой. Вот такой красавец. Все новые сорта. Сельдерей вот. Черешковый, листовой. Корневой. Тут махорку еще посеял. Это бархатцы. Это вот цини. Сегодня вот дождик. Капустка. Махорочка. Тоже капуста. Все растет потихоньку, закаляется. Ну, всем до скорых встреч. До свидания. Пока.